Доброго времени суток всем, кто смотрит канал «Водопроводные фильтрационные системы». Меня зовут Гога, и сейчас мы поговорим с вами о таком немаловажном устройстве, которое находится в обратном осмосе. Это обратный клапан. Где находится обратный клапан? Может быть, вы слышали о том, что он где-то есть в этой системе, но немногие знают, где он находится. В таком случае обратите внимание на вашу мембрану, ну или вернее на корпус мембраны, где есть вход в корпус, ну или в мембрану. Есть два выхода. Один выход идет на грязную воду, другой выход идет на чистую воду. Вот именно здесь, в этом месте, в месте выхода чистой воды, и находится обратный клапан. Он находится внутри колена. Если вы выкрутите этот фитинг и посмотрите в него, то увидите, что вот он находится в колене. То есть, соответственно, он в одну сторону воду выпускает, а назад ее уже не впускает в мембрану. И часто бывает так, что этот обратный клапан может, говоря по-простому, залипать. То есть он может ходить свободно, а допустим в каком-то положении оставаться, либо только в открытом, либо наоборот закрытом. И тогда это может приводить к определенным проблемам. Каким? Сейчас объясню. Ну, допустим, у вас часто включается обратный осмос. Осмос нафильтровал воду, все отключилось, система отключилась. Вроде бы как бы отбора воды не происходило, но через какое-то время осмос включается, короткое время фильтрует и потом опять выключается. И так происходит постоянно. Это может свидетельствовать о том, что обратный клапан пропускает воду в обратном направлении. То есть он должен не пропускать воду, которая давит из бака, потому что в баке тоже есть давление определенное. Но на самом деле он не запирает, получается, этот поток. И вода устремляется назад. Таким образом, из-за этого происходит постоянное стравливание воды в дренаж. И получается, что давление в системе падает. И четырехканальный клапан, он открывает систему для того, чтобы она опять нафильтровала. То есть подается давление магистральное, ну или даже включается насос, если у кого-то есть насос. Опять создается давление в этой области, вот как раз участок, где стоит четырехканальный клапан. И четырехканальный клапан опять воспринимает это как заполненный бак, выключает, потом опять давление падает, стравливается потихонечку, и все вот как бы происходит постоянно. То есть осмос включился, выключился, включился, выключился, нафильтровал, отключился. Хотя никаких протечек и никакого отбора воды не производится. Вот это может свидетельствовать о том, что обратный клапан не держит давление, то есть он не работает. Есть другая проблема. Допустим, вы замечаете, что вода фильтрует постоянно, а бак не наполняется. При этом с мембраной у вас все в порядке, показатели ТДС метра в норме, и вроде бы как бы все работает прекрасно. О чем это может свидетельствовать? Это может свидетельствовать о том, что обратный клапан залип, то есть его заклинило в одном положении, то есть он либо недостаточно пропускает воду туда на чистую воду, либо вообще не пропускает. И получается, мембрана фильтрует только лишь в дренаж. Ну, вода проходит только лишь в дренаж. А чистую воду обратный клапан не пропускает. Но как проверить обратный клапан? Если вы видите, вот, что у вас такие проблемы возникают в осмосе, постоянное включение, выключение, либо же не набирается бак, а идет только слив в дренаж, то вы можете выкрутить это колено и проверить, как оно работает. То есть проверяется путем продувки. Дуете в одну сторону, дуете в другую. В одну сторону он должен пропустить воздух, в другую он должен запереть воздух, то есть не пропускать. Либо, если он, допустим, включается через какое-то время, вот вы дуете, и потом спустя какое-то время он хлоп закрыл, это тоже может свидетельствовать о том, что клапан не работает. В идеале он должен срабатывать практически сразу. Обратите внимание вот на такую маленькую штучку, которая есть, ну, практически во всяком осмосе, и на те проблемы, вот, которые я озвучил. Возможно, проблема как раз находится именно вот в этой маленькой штучке, именуемой обратным клапаном.
На этом все. Я с вами прощаюсь. Меня зовут Гога. Вы смотрели канал «Водопроводные фильтрационные системы». Всего вам доброго. До скорых встреч.